Итак, я приветствую всех зрителей моего YouTube-канала и, наконец-то, немножко долгожданное для некоторых видео по доработке системы охлаждения пульта микшерного UI24 от SoundCraft. Собственно, для доработки этого пульта тут практически производителем уже было все предусмотрено, то есть заранее продумано место установки вентилятора, заранее продуман клеммник для его подключения. Вот. И для жарких регионов вот такой моддинг, который уже был запланирован производителем, все-таки необходим. Так как пульт довольно-таки имеет горячий процессор. Вот. И вообще в самой консоли температура довольно-таки быстро подбирается к высокой. Вот, поэтому рекомендуется следующая доработка. А для нее нам потребуется вентилятор. В данном случае это у нас Джимикон такой вот модели. С размерами 60 на 60. Толщиной можно взять 15, например. Желательно вентилятор выбирать, чтобы он был малошумящим. Чтобы шум не отвлекал на мероприятии, вообще, когда работаете с пультом. Вот. И клеммную колодочку такого вот плана для того, чтобы этот вентилятор нам сюда подсоединить. На некоторых вариантах платы встречается не распаянный тот участок, на который этот вентилятор должен был подключаться. Но это тоже не проблема, то есть если мы видим, что вот эти компоненты, индуктивность небольшая, фильтр и стабилизатор напряжения отсутствует, то их можно было бы допаять. В данном случае тут стоит LM3405 на 12 вольт постоянного напряжения. То есть можно докупить, если у вас эти посадочные места пустые, докупить такой стабилизатор и его поставить сюда. Собственно, о подключении. Подключается 12-вольтовый вентилятор к консоли в разъем J13, плюс располагается с краю платы. Вот. Устанавливается вентилятор таким образом в корпус, чтобы приток воздуха осуществлялся через вот эти щели, где как раз и установлена плата самого компьютера, консоли. Вот. А выход воздуха производился на вот эту сторону. Ну, собственно, сейчас я вот на это уже все установил. Давайте включим питание, посмотрим, как оно у нас работает. Работает замечательно, поток воздуха соответствует установке вентилятора. Ну, дальше только тестирование, как говорится, в боевых условиях. Всем мира, всех благ, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи на YouTube.